Так, давайте в этот раз Эйдоры. Эй, чисто дурила, пикнем вот этого героя. Не знаю, что он делает, не знаю, что он может. Но давайте возьмем возмездие. Ля. Ля какая. Нормально, это наш вариант. Нет танка, да и пофиг. Или что, или танка. Я не знаю, кто тут танк. Я уже выбрал. Нормальная такая. Так, 8 секунд. Полетели. Просто зайди в магазин справа вверху, доллар в игре и там айтемы. А что мне там нужно купить? И погрома. Так, шмотрим. Циклоп, Нана, Роджер, Грок, Кэрри, Роджер, Сабер, Аргус, Айдора, Алукард. Ну я тут уже многих видел. Не видел только Грока вот этого, да, по-моему? Нана не видел. Ну, короче, сейчас будем лицезреть данных персонажей. По ситуации смотри, что брать. Так я не знаю, какие даже варианты, какие варианты для чего есть. Я ж поэтому и спрашиваю. Я в этой игре, если что, пацаны, первый день. Вообще не шарю в ней ни хрена. Но разваливаю, конечно, знатно. Так, я так понимаю, мы на мид. Нас уже чел поприветствовал хуком. Побежал со своим зеленым токсичным мечом. Но мы, как обычно, возьмем магическую силу, наверное. Манрек нам в этой катке не предлагают взять почему-то. А, так. Урон по области или точечный? Начнем с точечного урона. Я знаю, что на миду обычно быкуют молодые люди. Вот начнем с того, что развалим им пару кабин. Напишите, пожалуйста, чат, как менять таргет автоатаки. Пожалуйста. Блин, не докинул я шарик до героя. Что-то он по мне неплохо так закинул. Никак, в настройках. Что в на... А что в настройках? Что, мне надо, чтобы цель поменять, на настройки поменять? Ля какой борзый. Мне кажется, тебе недельку нужно поиграть, чтобы ты полностью все понял, точка, 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 дядь, что для чего и как. Я тут через недельку в топ-10 буду мира, понимаешь? Ладно, я рофлю, конечно. Спасибо огромное, Рататуй, за донат. Ну вот этот мидер, по-моему, уже не выкупает, что происходит. Все, ушел. Не, я так понял, чем ближе я к противнику, тем... А, нет, мне приходится зоной выходить, чтобы его поменять, чтобы таргет поменять, да? Может, какая-то кнопка есть по дефолту. Что тут вообще кнопки делают? Давайте протестим. Так, это что? Джей. Ой-ой-ой, это я зря делаю, кстати. Он не попал кнопкой, мне очень повезло сейчас выжить. Давайте не будем профукивать свой шанс, просто дадим бэк. И похилимся. Что вот этот глиф дает, парни? Таргет по типу монстры, миньоны и башни. Это я понял, там три разных кнопки есть. А просто, например, табом поменять там таргет так нельзя. Там уже у кого-то киллинг спри, у меня только, блин, 0-0-0-0, а вот там уже пчелы убивают. Я не знаю, что я взял, по-моему, это было похоже на кристалл с маной. Пускай будет он. Все. Противник делает ран. Так, я так понимаю, система ласт-хита в этой игре как в Prime World, то есть не обязательно добивать именно ласт-хитом, можно просто перед смертью крипа дать тычку. И тебе засчитают, это хорошо. Сейчас, ребят, я альтабнусь, музыку верну, чтобы фон был. Отлично. А чё у нас таких мидеров-то много? У нас кто-то перепутал линию, похоже. Дядь, не выживаешь. Просто пришла фул моя команда, загангала, но у нас на боте проблемки, мне кажется, нужно с ботом что-то делать.
Видимо, меня уже закидывает к более опытным игрокам, которые шарят, как тут ромить, как тут, куда, кого надо, когда убивать. Потому что... Не слышно, что он сделал? Он умер в тавер. Давайте по таверам немножко закинем дамага. Чисто Т2 раздамажим. Я не знаю, где вражеский мидер, то ли он до сих пор ресается, то ли он АФК уже стоит, наигрался. У меня вторая кнопка станет, как я понял. Хорошо. Давайте закрепим итем на дамаг магический. Дадим стан, дадим первую кнопку, ульту и просто затычкуем его до смерти. Автоатака и первой кнопкой добьем. Отлично, можно и похилиться после такого. А что это? Что это за штука? Не, парни. А вот это серьезная игра. Крава, спасибо огромное за 200 рублей. Топ дня. Моментально занимаешь. Спасибо огромное. Фу, надо бэкаться. Вот эта хрень дает рывок, да? И все. Хорошо, я вас понял, чёт, спасибо. Давайте тогда... рывок нас пока не интересует, давайте сейчас... Что можно придумать такого? На боте у нас, в принципе, все в порядке, на миду тоже неплохо. Ля! Прыгает чисто, кидает. Давайте на топ сдвинемся, заберем топ. Не знаю, как здесь маячить на карту. Но этот чел меня понимает без слов. Полетели забирать этих разбойников. Ребят, не забывайте ставить лайки под стримом и под видео, если эта игра будет в записи и вы смотрите ее именно там. Обязательно поставьте лайкусик. А мы пока заберем это дерево громадное, туда его. Хорошо. Я думаю, что самое время возвращаться на мид. Там как раз какой-то движ, и Tower 2 уже почти выбит. Хотя тут показался чел один на топе, который уже походу не уходит никуда от нас. Здорово. Здорово, здорово. Здорово, куда ты собрался, дружище? Не-не-не-не-не. Оп, первая кнопочка туда. Хорошо, можно похилиться. Какая-то муха сагрелась. Ля, циклоп, ты шо? А шо это такое за муха такая опасная? Мы ее убьем вообще, нет? Кстати, этот ниндзя неплохо по мухе закидывает. Ля, у нее там эти жало, клыки. Это универсальная муха. Ля, дерево с первого раза не поняло, что у него проблемы. Не поняло. А, мой тиммейт решил снова умереть. У него какая-то мания сегодня на смерти. Так, магическая сила, уникальная под... Ток, магическая сила, мана. Я не знаю, давайте, что дороже, значит, то и лучше, правильно? Кстати, я боюсь тут размениваться с ней, она, по-моему, получше меня прокачана. Сейчас мы вместе с тиммейтом на нее зайдем, в тузика вот так дадим стан, дадим ульту, первую кнопку, до свидания. Хорошо. Можно еще эфочку накинуть и первой добить. Хорошо. Просто идеально. Закрываем магическую силу, хилимся и ждем крипов, чтобы спушить тавер. Почти все наши тиммейты на этой линии. Тавер падает, магическая сила закрывается. Желтый пак дает больше голды. Понял, принял. Так, парни, застанил его. Ульта. Но у меня походу ульты рейндж большой. Я-то этого не знал. Но по Т3 мы не полезем. А вот если он к нам полезет, мы полезем. Давай. Пушим тавер потихоньку. Хотя хреновый с меня пушер, у меня магический урон. Я толком не пушу нифига. Не хочу покупать вот эти итемы огрызки. Сейчас попробуем накопить бабки на хорошие какие-нибудь мощные итемы. Так, стан. Первую. Ульта. Туда его. Плюс тавер. Хорошо. О, вот 45 мне уже больше нравится. Так, дерево. Ку. По тем же чертежам стан.
Первая кнопочка. Туда. Это уже четвертый наш молодой человек, и целых 6 ассистов мы нафармили в этой катке. Тут нам стакнуло какого-то лютого керри, который шарит. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Одной секунды, одного маленького тика не хватило на схила. Но, тем не менее, мы выигрываем. И уже Т3 у противника упал, как на миду, так и на топе, все в порядке, в принципе. Жесть, у нас такие масухи в команде. Там чел просто этим самым клинком махнул, все, разлетелись как мухи. Под респауном. Да ты шо, шо вешают, пацаны? Давайте мы магической силы сотку выучим. И поможем тиммейтам закончить эту игру. В принципе, команда противника уже может сдаваться, она уже проиграла, но почему-то они тянут. Окей, давайте натянем тогда их, если они тянут, правильно? Там уже трое резнулось. Уже начинается какой-то замес. А у нас чел так сильно хилится, что он просто не чувствует ни их, ни их урона. Брат, я бегу. Я бегу, я прибежал. Последняя тычка по ГЗ от меня, и взрывается эта хрень. Нежить, так сказать, уничтожена. Вот такая, ребята, у нас получилась катка за этого шикарного героя, которого я даже не помню название. Спасибо всем огромное за просмотр. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал и жать колокольчик. С вами был Проф. Спасибо за внимание. Пока-пока.